Следить за порядком в лесах нам сегодня помогают более 70 общественных инспекторов, среди которых члены казачьих обществ, взявших на себя обязательство оказывать содействие агентству в выявлении, пресечении, профилактике нарушений в области лесных отношений. Общественные инспектора из числа членов казачьих обществ прошли обучение и работают в большинстве районов края. Казаки не только выявляют и фиксируют нарушения природоохранного законодательства, но и проводят разъяснительную работу с местным населением.